Так, хорошо, спокойно, не стреляй. Теперь думай о том, куда ты попадешь. Поставь ногу вот так. Можешь видеть? Ага. Уверена? Да-да. А теперь? Теперь видишь? А теперь? Следи за локтем. Красава! Я здесь, чтобы спасти тебя! Мы уже на месте? Нет. 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 Мы уже на месте? Дай мне отдохнуть. Мы уже на месте? Хватит. А почему вам не пойти дальше? Я припаркую тачку. Он сделал именно то, что собирался сделать. Танос уничтожил 50% всех живых существ. Я что-то пропустил ту часть, где была моя проблема. Где он теперь? Где? Мы не знаем. Тем временем в саду. Я секси. Я секси. Что с ним стряслось? А, он зол. Это так же, как и я. Именно то, что я переживаю. И, честно говоря, до этой секунды я думал, что ты плюшевая игрушка. А, да? Вы правы. Она мне нравится. Давайте найдем этого сукиного сына. О, ты целуешь свою мать этим ртом? Странная версия Мстителей. Финал. Секунду. Не волнуйся, я сам не верю, что получится. Модель сгенерирована. Жеванный крот! Тор, он вернулся. Этот ребенок по телевизору снова назвал меня придурком. Нуб-мастер. Да, нуб-мастер назвал меня придурком. Мне это надоело. Послушай, ну мастер, это снова Тор. Ну тот что, бог грома. Слушай, если ты не выйдешь из этой игры немедленно, я прилечу к тебе домой в подвал, в котором ты прячешься. Вырву твои руки и засуну тебе в задницу. Почему ты? Почему ты запугиваешь меня? А, да. Иди плачь своему отцу, мышь вонючая. Спасибо, Тор. Дай мне знать, если он снова тебя побеспокоит. Да, спасибо большое, я скажу. Ребят. Если мы выберем правильный год в Нью-Йорке, найдем сразу три камня. Подождите, ребята! В саду 6 камней бесконечности. И Танос слаб и болен. Я прав? Закройте дверь. 1 час спустя. Часа спустя. Ты будешь гордиться мной. Сделай это! Просто сделай это! Не позволяй своей мечте быть мечтой! Вчера ты сказал завтра! Просто сделай это! Кто это был?
Я не знаю. Моя голова раскалывается. Прощай. 3, 2... Не, подождите! Душа... за душу. Это моя винтовка, это мой пистолет, это для борьбы, это для развлечений. Это моя винтовка, это мой пистолет, это для борьбы. Ты забрал у меня все. Во-во-во, я просто двойник Таноса, настоящий Танос вон там стоит. Я даже не знаю, кто ты такая. Я сама неотвратимость. Заплачешь? А я Человек-паук. Квитс. Эй, привет, Мэй. Как прошел учебный день? Все было хорошо. Сумасшедшая машина припаркована на улице. О, мистер Паркер. Что вы делаете? Привет, я Питер. Тони. Что вы тут делаете? Могу ли я провести с ним 5 минут? Да, конечно. Ты паренек-паук. Борешься с преступностью-паук, мальчик-паук. Я Человек-паук. 3, 2, 1. Привет, Май. Боже мой, я хотел сказать вам, что невероятная работа, которую проделал ваш племянник, это выходные, на стажировке у Старка. Все были впечатлены. Я просто хотел быть как вы. А я хотел, чтобы ты был лучше. Хорошо, отдай костюм. Надолго? Навсегда. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, просто позволь мне оставить его. Вы не понимаете, я ничто без этого костюма. Если ты ничто без этого костюма, ты его не достоин. Отдай костюм. Когда будешь готов, почему бы тебе не примерить это? И я познакомлю мир с новым официальным членом Мстителей. Человеком-пауком. Да. Мистер Старк. Я странно себя чувствую. С тобой все в порядке? Я не знаю, что происходит, я не знаю. Простите. Привет, я Питер Паркер. Человек-паук. Вселенную Тоби. Озвучил Алексей Вера. Специально домашнего ознакомительного просмотра.